большой привет, дорогие рукодельницы! В этом видео я хочу с вами поделиться, как я обработала низ для топа боху. Такой бахромой, конечно, можно украсить не только топ или плечевое изделие, да, а также оно хорошо подойдет для интерьерных изделий, как наволочки на подушке или половички, пледы и так далее. Возможно, кто-то случайно открыл это видео и не знает, о чем будет речь. Да, что у меня, вернее, лежит на столе, это весенний топ, который я вяжу из велюровой пряжи. Еще раз вот покажу на первый вид. Вот такая у меня пряжа которая в мотке 100 грамм и 120 метров покупала я его эту пряжу в местном магазине у нас здесь поэтому я не могу сказать производителя вот единственное что стоит название этой пряжи и также здесь не указывается цвет пряжи так что друзья могу только сказать что это велюровая да вот типа велюровая пряжа и вот такая вот этикетка на ней была и есть да это что касается вот, Давайте я... теперь приступим к самой работе я вам покажу несколько э, приемов и вы уже самостоятельно сможете связать себе такую красоту в первую очередь вам нужна линейка или сантиметровая лента или что-то перед вами что может вам всегда э, где вы будете измерять ниточку? Да, так как бахрома должна быть одинаковой длины, ну вот как в моем случае одинаковой э, длины, поэтому нам нужна лента или линейка. Так вот, друзья, вы закончили здесь ваше вязание. Да, допустим, у меня ниточка еще, э, значит, я ее не обрезала, оставила специально, так как знала, что буду далее обрабатывать не низ изделия а бахромой. Так вот. В первую очередь нам нужно, вот наша петля, да, в первую очередь нам нужно вытянуть эту петлю на такую высоту, в моем случае бахрома на моем топе составляет в разложенном виде 20 сантиметров. Вы вытягиваете осторожно 20 сантиметров, замеряете это на вашей линейке или сантиметровой ленте. Моя лента немного еще новая, еще не расправилась, но достаточно точно надо замерить. Вот 20 сантиметров длиной вытянула я мою петлю. Теперь вы просто берете, вот здесь пальчиками придерживаете и начинаете вот здесь также придерживайте пальчиком нитку, петлю, чтобы она не соскальзывала. И начинаете вот так вот вокруг э, крючком просто крутить. Я э, свои бахромушки, вот эти висюльки, да, закрутила 40 раз. То есть надо крутить до тех пор, пока ниточка э, не сольется, да, вот у нас две нитки, она должна так... Слиться между собой эти две нитки и стать как одной ниткой, то есть, нам надо вот такие движения проделать 40 или 43 раза, вот у меня уже 3, 4, 5, 38, 39, 40. И я еще закручу три раз 1, 2, 3 тогда Будем уверены, вот так вот у меня видите, ниточка слилась между собой, и петля на крючке стала также плотной. Вот здесь также нет такого пространства, расстояния, чтобы петля была такой, как она была первоначально, не в вытянутом виде. Теперь прикладываем. Если вы прикладываете, то прикладывайте в середине вашей бахромы или вот этой значит э, петли длинной да вот так вот пальчик и складываем ее на две части вот так вот вот и если вы оставляете палец, то уже бахрома сама по себе закрутилась, так как мы ее сейчас скрутили, и она скрутилась в спираль. Теперь в ту же петлю, где у нас сейчас э, вывязана петля в ту же петлю прикрепляемся соединительной, Петлей и прикрепили нашу первую мы вот бахрому. Теперь в следующий столбик вяжем столбик с наки... без накида и эту петлю вытягиваем снова на 20 сантиметров. Каждую, значит, вам нужна лента или линейка, вот так вот. немножко у меня много. Так, ну, так как лента моя неровная, мне нужно будет сейчас закончу показывать вам съемки и, конечно, найду свою линейку. Так, вот у меня 20 сантиметров. Придерживайте пальцем петлю внизу и пальцем петлю на крючке. И начинаем крутить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Так, ставим палец и соединяем. И бахромушка наша скрутилась. Теперь туда же, где мы делали столбик без накида, да, в это же основание, присоединяемся и укрепляем нашу бахрому. Делаем соединительный столбик вот так вяжем плотно не, не свободно но чтобы хорошо укрепить бахрому теперь следующий и в таком же значит в таком же сейчас ритме мы вяжем все наши Бахромушки, да? Вот посмотрите, как они классно получаются, закру, закручиваются. Я говорю, они вот велюровая пряжа вообще идеально подошла к такому типу бахромы. И далее, значит, сделали столбик без накида, вытягиваем нам нужную высоту, нужную длину, высоту, длину, вот как и И Проделываем такие же движения, вы можете, конечно, вязать бахрому по, если вам хочется, чтобы она была покороче или длиннее, то соответственно вам нужно брать больше сантиметров да, но лишь бы чтобы она была всегда одинаковой длины, чтобы бахрома выглядела ровно и красиво 1, 2, 3, 4, 5, 6 семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три. Закрутила, Теперь вот, да, закрутили сколько, смотрите на усмотрение, сколько вашей пряжи надо. Возможно, если вы работаете не с велюровой пряжей, с другого, с другим, то есть с другой пряжей, хлопок или у вас шерсть, то, возможно, вам не нужно так много делать закруток, да. Вы уже должны смотреть на пряжи. Попробуйте одну связать, две. Посмотрите, как пряжа закручивается. Возможно, вам надо еще больше делать движений. Или наоборот, меньше. Так. И соединяем. Вот висюлька соединилась. Теперь мы ее укрепляем соединительной петлей. И готово. Все, соединили следующая петля друзья и так далее столбик без накида который мы одновременно вытягиваем петлю замеряем вот у меня 20 сантиметров еще немножко и начинаем крутить вот таким образом я связала все свои бахромушки всю бахрому очень легко и просто. И я уверена, что в будущем я буду использовать этот метод в своих вязаных изделиях. Но и, возможно, не только плечевых, а интерьерных. Уже много, очень много идей созревают у меня в голове. Хотелось бы просто иметь на все время, чтобы все свои идеи осуществлять уже я сбилась с счета, друзья, не знаю. Но если я сбиваю с счета, я примерно смотрю, насколько проверяю, да, вот так вот. Если я не знаю, сколько я тут накрутила, я просто закручиваю вот так, сложу и смотрю. Если бахрома хорошо закрутилась, выглядит так же, как и другие, то все нормально, все правильно. Теперь укрепляю соединительной петлей в это же основание, там, где я и вытянула петлю, там же я ее закрепляю. Вот, вы можете приловчиться. Я свою бахрому вывязывала, смотря, ну, смотрела фильм и вязала бахрому. И не заметила, как я уже всю бахрому вывязала. Так, вот так вот тут я уже петельку затянула, что даже не продевается. И все, затянули хорошенько и вяжем далее. Друзья, я думаю, вам этот метод был понятен. И очень ясно, да, я вот показала вам, как я это делала. Видите, последнюю бахрому я немножко сделала короткой. Я ее распущу и перевяжу, потому что неправильно замерила. Вот таким образом вяжем дальше и украшаем наше изделие. Я желаю вам, друзья, всего хорошего. Я буду очень рада, если вы мне пришлете фотографии ваших готовых работ. И хочу с вами попрощаться до следующего включения, пожелать вам легких петелек. Буду очень рада вашей обратной связи. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Я всегда отвечаю по мере возможности на ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. С вами была Мария. Пока-пока.